В рамках муниципальной программы развития транспортной системы до конца года еще 18 перекрестков города будут снабжены техническими приборами для объединения светофоров и детекторов транспорта на дорогах в единую информационную сеть. Она призвана освободить город от пробок. Благодаря этой системе операторы Центра управления дорожным движением получат информацию о состоянии светофоров и о количестве автомобилей по Эгерскому бульвару на проспекте Максима Горького, Ивана Яковлева, а также на перекрестке улицы Университетской и Мичмана Павлова в режиме реального времени. В случае большой загруженности конкретного участка они могут в ручном режиме управлять светофорами. Затраты на реализацию проекта составят 9,5 миллионов рублей.